Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем в Crysis. В народе ее зовут Кризис. Итак, следующая миссия. Только к шахтам подошли. Нам сказали, двигайтесь сами. Думайте сами. Если у вас нету тети. Максимум скорости. Ромат, как слышно? Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Вот так, хорошо, захватить площадку. Ой. Нет, остаюсь на связи. Ромат, штаб так и не выяснил, куда подевался. Что-то меня говно закидало. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Давай. Вот так, неплохо. Должно быть. Маскировка активирована. Так. Максимум брони. Ну нормально. Очень хорошо. Так. Мы подошли сюда. Гоп, стоп, мы подошли за угла. Гоп, стоп. Ты много на себя взяла. Нормально. Меня не видели? Маскировка активирована. Давайте, кто тут? Вот они. Какой под обстрелом? Под обстрелом это когда в тебя стреляют. Вот так вот. Вот это под обстрелом называть. Ну как под обстрелом? Под обстрелом, когда стреляют, то ты живой. А ты мертвый сейчас. Это не под обстрелом, это просто ты говно. Это я крутой, а ты вот такой. Да. В жопе с дырой. Недостаточно энергии. Ну давайте. Максимум брони. Что у нас здесь? Вау. У нас максимум. Тихо, это что? Блин. Дробовик, что ли? Маскировка активирована. Против кого бьемся-то? Тут где-то танки должны ездить. Точно помню. Максимум брони. Так, ну-ка давайте посмотрим. Маскировка активирована. Ой. Кто-то далеко стоит. Кто куда что стреляет, что ли? Недостаточно энергии. Вот достаточно. Итак. Достаточно энергии. Они вот за поворотом где-то, да? Меня ждут. Или где? Тут можно как-то выйти? Блин. Так, этот танк. Вот они меня все ждут. На! На! Хреново! На! Ой-ой-ой. Я пока вот так от них убег. Максимум брони. Сейчас возьмем. Где мы тут видели? Здесь видели? Блин, это не тот здание. Блин, то есть здание-то то, вход не тот. Маскировка активирована. Подожди. Вот он, вот здесь вот мы видели. Вон там. Энергии. На кухне. Вот они. Найти и уничтожить. Да. Не устанете? Уничтожатели-то.
А где-то рядышком, смотрите. Так, там уничтожили эту крысу. Максимум брони. Спокойно. Маскировка активна. Как вы меня не видели-то? Недостаточно. Ай-яй-яй-яй. Маскировка активирована. Максимум брони. Давай. Давай, шлепни меня. Отшлепай меня. Давай. Вон еще один вышел там. Шлепальщик. Господи. Недостаточно энергии. Давай. Не ожидал такой, да, подставы? А я вот такой, да. Че, он там будет искать? Ну, ищите меня там. Маскировка активирована. Максимум брони. Замечательно. Блин, вот сейчас я там туда, помню, заходил, и там их толпа сидела, меня ждала. Недостаточно энергии. Вот так. Стрикленд, я нашел офисное здание. Давай. Попробуй войти в их тактическую. Вот, смотрите на карту. Видите, говорю же. Я его потерял. Давайте, подходите. Ай-яй-яй. Маскировка активирована. Идем быстрее. Давай. Максимум брони. Ай-яй-яй. Вы такие тормоза. Я-то ладно попасть не могу. Вы-то что тормозите? Ой. Маскировка активирована. Нормально, еще один остался. Маскировка. Блин. А, нет, двое. Ну и я вас вижу. Вы видите меня, я вижу вас. Мы переглядываемся, все хорошо. Я вам даже поминки не устрою. Вы потому что лошары. Маскировка активирована. Да хотя поминки, может, даже если и будут, то не пышные. Так, вот то, что в холодильнике есть, тем и обойдемся. Максимум. Максимум. Ой, у меня тут что-то всего да много. Недостаточно энергии. Хорошо, недостаточно, недостаточно. Подождите, а тут. А, нет. Вот так. Блин, тут всего что-то можно понабрать было. Где эта комната? Патроны есть? Для пистолета. Взрывчатка. Еще одна такая штука. Вот они. Еще. Поем. На. Ладно. Идем. Тыкаемся. Копирую данные. Вообще без проблем. Никакие помехи нет. Все? Скопировал? Отлично, сынок. Теперь я мы знаю. Точно знаем, где Кхон. Он в шахте. Заложники там же. Посмотри один на ходит карту. Там. Твоя задача освободить людей. Кошмар. Выполняю, майор. Кого ты там хочешь найти? Ой. Я культурный человек. Я спущусь по лесенке. И вот сюда вот. Маскировка активирована. Мне здесь ничего не надо? Ничего не грозит? Ничего не грозит. Так. Недостаточно энергии. Хорошо. Максимум брони. Так. Едем. Тихо назад. И вот так. Так, ой. Вспомнил. Это карьер. Вот прикольное место, где постреляем сейчас.
Там кто? Первый джиггернаут, по-моему, появляется. Вот здесь вот. Эти невидимки. Так. Вот он. Блин, давайте еще разок. Будем подъезжать медленно, значит. Не, так уже не пойдет. Вот так. Его, конечно, из винтовки гасят в основном. Но я вот хочу так попробовать. Они потом ко мне сюда подбегут толпой. Ужас. Сюда. Что значит сюда? На. Ты по мне, я по тебе. Эй. Ни хрена, блин. Давай вот так тогда. По мере поступления. Смогу прорваться? Тихо. Обстрел, 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 обстрел. Так, они меня не видят. Это хорошо. Маскировка активирована. Где ты? Давай, блин. Тебя надо модифицировать. Целеуказатель. Штурмовой. Я что-то видел. Да. Так, нормально. Увидел. Маскировка активирована. Вот так. Максимум брони. Еще разок. Да какой? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Маскировка активирована. Максимум брони. Сейчас-то меня не видно пока. Достаточно энергии. Маскировка активирована. Максимум брони. Давай! Ой-ой-ой! Так. Маскировка активирована. Максимум брони. Блин. Перезарядим. Маскировка активирована. Так. Выходим. Достаточно энергии. Бежим. И опять бежим, бежим. Нет. Так. Вот так. Маскировка активирована. Максимум брони. Так. Да ёж твою мать! Достаточно ли? Блин, блински. Нет, не так. Его, походу, дело в упор надо долбить. Маскировка. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? Максимум брони. У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль. Вот так. Все, теперь будет немного легче. Маскировка. Не скажу, что легче. Блин, нифига не легче. На. Вот теперь. Тихо, тихо. Блин, блински. Маскировка активирована. Максимум брони. Так. Ждем.
Маскировка активирована. Теперь у нас есть шанс смотаться. Недостаточно энергии. Ой-ой-ой. Максимум брони. Нас не заметили, надеюсь? Надеюсь, не заметили. Маскировка активирована. Так. Ой-ой-ой. Максимум брони. Маскировка активирована. Получай, янки! Недостаточно энергии. Намат, разберись с корейцами. Авиация на Давай. Подходе. Хорошо. Разбираюсь, как могу. Вот он я. А вы где? Еще один есть, нет там? Кто где? Кидай. Блин, блински. Вертолю, вертушка где-то, вон она. Вот так. Так. О! Ты кто такой? Блин, перезаряжаю. Я сейчас дам тебе. Маскировка активирована. Сейчас возьму только. Что тут можно взять? Я к тебе сам приду. Недостаточно энергии. Ты только никуда не уходи. Максимум. А, подожди. Вот так. Все, теперь поди можно подняться. Посмотрим, посмотрим. Кстати, вот здесь вот не помню. Маскировка. Есть ли для пушки? Вау. Вау. Тут ничего себе. Хорошо, я так подзаправился. Мне что, обороняться надо от кого-то? Недостаточно энергии. Давайте посмотрим тут. Где эта тварь? Маскировка активирована. Внизу, наверху. Блин. Максимум. Максимум брони. Так, мне что надо сделать? Уничтожьте все войска противника в этом районе. А, он последний остался. Давайте внизу посмотрим его. Так. Падла на крышу, что ли? Стоп. Тихо. Вот так. Маскировка активирована. Дай-ка я посмотрю, где ты можешь быть. Недостаточно энергии. Максимум брони. Давай-ка, вот там помещение какое-то вроде как показано. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот он ты. Давай. Вот он. Все. 1-8, это гриф 3-6. Захожу на посадку. На площадке все чисто, огонь. Давай. Заходи. Вас понял, 1-8, приготовьтесь. Я готов. Это 3-6, десант на земле, занимаю оборону. Отбой. Намат, пойдешь вперед. Задача проникнуть в шахту и найти генерала Кхона. Мои ребята займут периметр. Как прекрасно. Только ты найдешь заложников, я начну готовить эвакуацию. Удачи, сынок. Как только найдешь заложников.
Так, а что мне надо? Мне надо сваливать отсюда. Правильно, мне надо сваливать отсюда. Едем вниз по склону. У нас сейчас много будет приключений. Вот так. Потихонечку, помаленечку. Никто от нас такого не ожидал. А мы его так вот взяли, да и сделали. Так, блин, проехать не мог, не могу, да? И падать мне никак нельзя. Ладно. Так. Сейчас с вами по-другому маленько поговорим. Где ты? Сдох? Давай-ка посмотрим, сдох ты или не сдох. Мне от вас только одно надо. Патроны на гаус пушку. Маскировка. Прекрасно. Вот здесь вот есть они? Патроны. Блин, нету. Вы что так бедно живете-то? У вас что? Вот, кстати, пушка-то у вас должна быть, я точно помню. Пушка должна быть. Так, смотрим. Не надо пусть. Вот, вот что мне надо. Ну, сейчас они мне не нужны. Садимся. Садимся. Ой. Это что-то мощное? Ой. Да, это что-то мощное. И мы уже что-то одно потратили. Я так понимаю. Сейчас мы всех расхреначим здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кто на меня? Кто на меня? На, порвало тебя, да? Я у тебя хотел спросить. Что-то выпрыгнуло прямо из стены. Корейцы отступают. Это ничего. Твой шанс, Намат. Прорви последнюю линию обороны. Да прорву, это без проблем. Бумк. Вот, вот он, вот он. Блин, а я его не могу, да, так? Тихо, тихо. Бумк. Это я здорово придумал. Смотрите, как бумкнуло. Да, конечно. Где ты? Да. Не вставай. Лежи, не вставай. Ой, а мне туда надо. Ладно. Тихо, 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 тихо. Что это значит убегать? Такого не бывало. Чтоб убегали люди. Давай уж драться. Так, а кстати, надо посмотреть. Вот для гаусс-пушки здесь есть. Что-то не понял. А ты что стоишь там, бедный родственник? Что у нас здесь имеется? Времени мало, Намат. Проникни в ш...
шахту, да, и найти заложников. Вижу, что времени мало. Вы такие без патронов туда тоже суваться. Вот. Это мы возьмем. Так, а что, один только рожок? Так, один рожок. Это нам не надо. Это нам надо. Да где ты? Блин. Что-то не похоже. Маскировка активирована. Чтобы было. Иди ты нахрен. Я даже на тебя внимания не буду обращать. По крайней мере сейчас. Вот сейчас вот сяду. Вот. Где ты там? Ну. Покажись. Не хочешь показываться? Ну ладно, твои проблемы. Будь осторожен. Мы конечно. С лагерем корейцев и будем ждать подкрепления. Конечно, разберетесь. Потом поможем тебе, но придется подождать. Сейчас ты сам по себе, сынок. Понял. Давай. У меня есть идея. Очень хорошая идея. Я попробую. Наговнять его вот так. И давай. Что вы мне сделаете? Э? Что вы мне сделаете, я вас спрашиваю? Страшно? Вот так вот. А вы думали, я вот так вот пойду, а? Сейчас. Так, а я что, я не могу проехать? Или могу проехать? Нет, я не могу проехать. Да. Вроде убил. Убил? Здесь убил? Нет, смотрите-ка, не убил. Так, ладно, выходим, выходим отсюда. Да нет, не из этой, не из тачки выходим. Приготовься, ну вот. Сейчас к главному входу прибудет подмога. Давай. Вот так. Ничего страшного. Покидаем свое надежное укрытие. Надо посмотреть. Блин. Вот так вот. Так. Теперь. Так, ну у вас-то... Я не вообще-то не на вас охочусь. Вы там мне даром не нужны. А вот на кого охочусь. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай. На. 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 Вот так. Вот на кого я охотился. На. О, вот тебя-то вообще разносит. Как хомяка. Еще есть? На. На. Еще вопросы. Так, а где он? Я же его убил. Сейчас я уж точно воспользуюсь. Чем мне эти два патрона-то хранить? Так, где он? Где ты был? Я тебя породил, я тебя убил. Да кто там орет?
Ай-яй-яй-яй-яй. Десант уже ждет. Маскировка активирована. Срочно отыщить заложников. Гора вот-вот рухнет. Максимум правильный. Давай. Вот сюда. Ай-яй-яй. Вот так вот. Вот и все. Так, теперь меняем. И все. Сохраняемся. Проходим. Максимум скорости. Здесь у нас начинаются приключения. Я внутри. Маскировка. Отлично. Найди заложников. Время на исходе. Даже не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Да. Маскировка активна. И еще разок. Маскировка активирована. Кидаю гранату. Максимум брони. Где ты? Вот так. Сюда! Да ё-моё. С вами каши не сваришь. Маскировка активирована. Куда мне, сюда? Да. Мне сюда. О, да, контрольная мам, точка. Твоего сигнала. Включи прибор ночного видения. Недостаточно энергии. Так, а прибор ночного видения, чё у меня? Так. Вроде, ну, мне это вроде нормально видно. Тут на экране, по крайней мере, точно. Так, прибор ночного видения. Где у меня прибор ночного видения? Так, настройка. Конфигурация управления. Оружие. Так, рукопашный режим, огня, перезарядка, бинокль. Ша. ПНВ. Ша. Вот так. Не. Не, ни хрена мне так не видно. Меня так загасят. Где ты? Взял. Так, это мы возьмем. Это нам надо. Вот они по-любому тут затаились где-то, мыши. Недостаточно энергии. Максимум брони. Нет? Нет. Ну да ладно. Так. Спуститься, я спустился. Блин, а мне надо вообще так было? Или как-то по-человечески надо было вызывать? Ладно. Сейчас поздно что-либо менять. Маскировка. Смотрим. Так, туннель. Пока он у меня один. Ага. Опаньки. Максимум брони. Так. Прыжок. Проходим. Это мы в пещеру уже попали, в эту, в гору, которую еще в самой первой серии говорил, нам в ту гору надо попасть. Помните? Вот это, по-моему, та гора, если я прав. А это и пещера. Да. Большая. Еще бы. Так. Там не падают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Только бы не на ногу. Как? Как я должен был от него вернуться? Это что такое? Это как вот я? Так и должно быть? Или мне повезло? Так, мне куда? Наверх? Туда? Туда, наверное. Максимум силы. Максимум силы. Перепрыгнул. Слышу их. Максимум. Вы их слышите? Я их слышу. Я уже устал ждать. Давайте. Конечно. Нельзя. Сейсмические
Давай, батя твой был прав во всем. Заряды готовы? Включить детонаторы. Маскировка активирована. Давай. Наконец-то. Необычное электромагнитное излучение. Параметры меняются. Там внутри что-то происходит. Вот так. Повязали. Повязали меня. Послушайте, перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал. Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить... Хватит! Ну, зря ты так, не слушаешь. Вот нет. И убийца, который положил моих людей. Конечно. Спасибо, что пришел. Пожалуйста. Взять его. Ну, ну, эй. Береги силы. Береги силы, со зачем ты меня бьешь? Твой костюм отключен. Твой путь окончен. Да сейчас. Интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Сейчас эта хрень оживет, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? 3, 4. Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Да, конечно. Ты монстр. Возможности безграничны. Чудовище. Ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало. Энергии мало. Держи напряжение. Тоже сказал безгранично. Как мало энергии. Прошу, вы не понимаете, что вы делаете. Действуем по плану. Она права. Остановитесь. Вы убьете всех. Боже мой. Молчать. Дебилы. Ой, дебилы. Группа Альфа, внимание. Смотрите на великое свершение. Взрывайте. Взрывайте. Сам-то не ученый. Как ты можешь знать все? Был бы ученый, так знал бы. Это просто дереволаз, а все туда же из себя великого строит. Хоть бы разбирался бы сначала. Электрическая, кинетическая энергия отличить не можешь. Так. Максимум силы. Максимум брони. Так. Остановите его! Остановите его чем? Дайте я хотя бы... О, у него хороший пулемет, а у меня что есть? У меня нет ничего. Маскировка. Так, мне надо сначала что-то взять, хотя бы. Макс, давай, ты пока там. Вон там, интересно, есть что-то? Что я должен? Убейте. Маскировка. Убейте. Чем убить-то? Ну вот у меня 50 патронов есть. Сомневаюсь, что. Так. Трусливый. Сейчас я тебе дам трусливый. Маскировка активирована. Максимум брони. Давай, на. Блин. Ну-ка еще разок. А если вот так попробовать? Маскировка активирована. Возьмем. Возьмем. Максимум силы. На! 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 Во, вот так вот. Хватило. Так, а теперь я, как понимаю, надо сваливать. Только подождите. Сюда! Куда? Где ты орешь? А, тут и есть оружие-то. Можно было подобрать немножко. Надо только... О, вот-вот, что мне надо. Давай! Да подожди ты, я тебя не вижу. Где ты, где ты?
Блин. Все такое. Скорее! Не такое. А, вот ты где. Ну все, я пришел. Сюда! Я знаю, где выход. Давай, где выход? Веди меня. Сейчас все провалится вниз. Так, мне что? Надо выбираться отсюда. Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Так, кто? Где у меня? Боец спецназа США. Целеуказатель. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Нормально. Извини. Он не выжил. Этого я и боялась. Это тебе подставка. Подставочка. Валим, валим отсюда. Давай, девушка, девушка. Женщина. Спасай меня. Ловушка. Здесь есть другой выход? Нет, вряд ли. Так, я как понимаю, мне теперь жертвовать собой придется. Это Гриф 4. От майора Стрикленда. Будьте здоровы. Я здесь, Елена Розенталь. Нужна эвакуация. Сможешь пролететь в пещеру? Да. Черт, Ломан, не слишком ли... Давай, вот сейчас посмотрим на спасителя нашего. Вот он. Давай. Come on to us, baby. Ага, ага. Так, нам что, веревку? Открывается. Кто? Открывается, да. Подходи к обрыву. Придется прыгать. Вот кто-то открывает Америку. Кто-то пиво, кто-то как устрица открывается. Давай. Рисковый трюк. Меня вы хороните, я так понимаю. Ломат, гора рушится. Мы не можем оставаться здесь. Благодарю вас, ребята. Давайте. Мы принимаем твой сигнал. Ломат, выбирайся на поверхность. Конечно. Выбирайся. Хоть бы веревку оставили. Эвакуация заложника выполнена. Чудесно. Прекрасно. Вот так вот. Бросили на произвол судьбы. И что со мной станет, что со мной будет, вы узнаете в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока.